Добрый день. Это продолжение по дорогам. Я разобрался, в чем дело. Оказывается, тоже очень интересная вещь присутствует в редакторе дорог. Смотрите, у нас между точками называются отрезки. Нужно выбрать одну точку, зажать Ctrl, выбрать вторую точку. Это отрезок. На этом отрезке я могу, если мы сейчас вот наверх поднимемся, сегмент мат материал заменить, то есть полностью заменить материал дороги, например, вот на такой железную дорогу, что ли. Или на такой. То есть шла-шла дорога, оборвался асфальт, пошла такая земляная дорога. Земляной ставим, но к ней можно добавить сайт стороны, например, вот такую сторону я не буду предыдущую копировать, создадим заново, выберем материал, из чего будет состоять наша сторона, например, вот такой. Видим, создалась уже сторона, которую я здесь выставлял специально сбоку. Выставлял я ее по настройкам вот здесь. Но она уже выставилась по тем настройкам, которые здесь у меня выставлены. Поэтому здесь мы немного изменим. На 0,5. Зараза. Слетела настройка. Нужно выделить сегмент. Вот она у нас дорога появилась. 10, 5 пойдет. 5. Так, это верхняя. Так. Вот это у нас закрывашки. То есть она закрывается со всех сторон. С этой стороны, с этой стороны. Таким образом можно добавлять стороны. Например, если я здесь хочу добавить еще сторону, я выбираю материал опять. Вот. Материал можно создавать самому. Я пользуюсь готовым. И в настройках этого участка я его поднимаю. Расширяю и поднимаю. Вот чуть-чуть пошире такой. Вот у нас бордюрка. Чуть-чуть, но повыше. Да нет, пускай будет шире. А здесь я ставлю 500. У меня ширина примерно 520. Нормально, бедненько. Вот. Enter называем, нажимать везде. В принципе, терпимо. Да. Наверху нажимаем Copy from Previous, так, Copy. Он предыдущий не скопировал, я вступил, бля. Удалил их. В общем, таким образом можно добавлять стороны. Вот здесь можно добавить, вот сейчас я выделю этот сегмент, объекты. Так, объект у нас Props. Можно добавлять объекты, их расположение, так, поворот. Поворот на него, конечно, единицы. Расстояние. Стоп. Это не то. Единицы. 250.
Это высота, если он должен быть вверх поднятый. Так, как я понял, угол поворота 20 много, 10 нет, 90 нет, 1 нет, 45, ну 45 оставим так, 250 где-то, 280 нет, 300 нафиг, 300, так, здесь берем. А, количество штук поставим побольше. Вот она на этом отрезке нашем выделена, добавила эти объекты. Теперь их нужно развернуть. Что делает Vibrance? Делает их хаотичными. Нам не нужна хаотичность. Угол поворота. Поворачиваем, они соединяются между собой. Это соединяется где-то нет. В общем, таким образом можно добавлять объекты, стороны я показал, и менять целые участки дороги. Мы это сейчас проверим. Я тут немного подкрутил настройки. Еще я забыл сказать, у каждого материала есть индивидуальная настройка намокания. То есть я открыл дорогу материалом спект. Сцену вернемся. Открыл настройки, нашел такое слово хомудитиму и поставил 4. Дорога у меня стала блестеть, как асфальт. Это мы сейчас посмотрим. Так, вот мы идем по дороге. Не жалея ноги. Дорога блестит, солнце светит ярко. Бордюры не пропускают меня. Только перепрыгивать. Также вот этот боковой, который я сделал сайт в сторону, она невысокая, поэтому я могу на нее залазить. То есть это делать бордюры, например, если вам нужны маленькие. То есть городскую дорогу сделать красиво и легко. Можно также ее обставить разными знаками, объектами и так далее. Все это будет расставляться вдоль дороги или по дороге, как вам надо. В общем, с этой штукой мы разобрались. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего.